Привет, друзья! Да, у нас новый день, новые дела. Сегодня будем делать, чинить ремонт. Немножко, да, такая не будет у нас конечная, финальная процедура по замене экрана на 15 Pro Max, потому как у нас устройство заблокировано, и мы не сможем с вами вот это вот выполнить новый функционал, возможность, как завершение ремонта. Но я, в принципе, хочу показать просто, как сейчас выглядит процедура именно замены вот этой оригинального экрана с вот этим полноценным, да, как бы, ну, как до конца, как это делается. Так, да, что вообще, даже здесь кино вообще не про то, хотя, казалось бы, вот оно, да. Я хочу по большей части затестить, и чтобы вы написали, вот сейчас прям переключусь на съемку с моего 16 Pro Max, новенького, да, вот такого золотенького. Кстати говоря, да, тут уже формируется у меня сет, и это у меня золотистые будет часы, да, золотистые часы с вот таким золотым ремешочком. Да, кстати, вот эти штуки есть у нас разных цветов, очень хорошего качества, супер бренд. Так, да, и прямо вот сейчас переключу съемку при прочих равных настройках, это 4К и 30 кадров в секунду. Мне интересно, как поменяется звук, ну и вообще картинка или что-либо, пожалуйста, пишите в комментах. А мы будем, как я уже сказал, чинить ремонт. Ну и вот так, да, я переключился на 16 Pro Max, да, пишите, что там, как вам вообще по картинке, по всему, есть ли какая-то разница, чё кого, вот так чего. Да, чинить ремонт, ребята, это соблюдать правильный вообще протокол, логичный порядок действий для максимально четкого, однозначного, положительного результата. Чинить ремонт. Да, запишите себе, чинить, учинять, это вот это вот все одно и то же. Так, прежде всего, да, казалось бы, и вообще, что, кого, на самом деле, то, чтобы природнился экран и показал вот это вот подлинное, да, желанное многими, как бы, галочка от самой Apple, это у нас единственный сейчас вариант доступный, ну и как, в принципе, предполагалось самой компании, это устройство, конечно, с разбора. Да, что и будем делать, это разбирать в идеальном состоянии аппарат, экранчик, соответственно, устанавливаем сюда, остальные там корпусные части, сама плата, все-все-все, вот это дело, батарейка у нас отлетает по вот этим технологиям Clean, и вы знаете, где это, собственно, найти, ссылочка в описании. Да, по правильному протоколу действий, когда у нас есть вот такое вот непонятство, нестабильность, чё кого, здесь все погасло, тут пятно, надо разобрать, подкинуть, да, другой экран, то есть не лезем, да, сразу в донора, убеждаемся, что все окей, и потом только снимаем целостный экран. Итак, да, на ускоренький, мне больше интересно, как вот эта картинка будет звучать и выглядеть, я это делаю. Так, попытаюсь его выключить на ощупь. Скорее всего, сенсор не срабатывает, потому что никакой, да, вообще реакции провокации. Да, по технологиям спиртобумажных канонов открываем. Вы их, видать, повело вообще корпус и конструкцию, потому что у меня сюда подпил, вообще просто залетел, как с двух ног. Да, ребята, это как по-живому резать, он прям горит, а я его пилю. Так, немножко, да, попилив, с причинной стороны, маленькой присоской даже. Блин, светится. Простите, я не понимаю. Ой, оно еще и говорит, наркоз не подействовал. Больше спирта. Ну да, собственно, подпил спиртик. И, пожалуйста, в том месте, где сделали, расщеление. Естественно, и продолжаем. Да, в данном случае аккуратничать не приходится. А вот с донором нужно будет сделать все четко, гладко, осторожно. Уих ты рехпиха, тут были люди. Да, есть наклейка. Ничего себе. Да, удивлен на самом деле. Хорошая, кстати, проклейка использована, потому что, ну, открытие было прям как в первороде. Так, экранчик, да, уже получается, это вторая, блин, замена, по всей видимости. А может быть и третья. Так, окей, ликвидируем вот эти самые наклейки, что, кстати, ну, блин, не люблю. Какие такие должны быть, я не знаю, ситуации, что какой-то либо спорный момент, либо что, что вот эти вот какие-то наклейки должны быть и о чем они должны говорить. Не знаю я. Скажите, если я что-то, чего-то не понимаю. Никогда мы ни разу в жизни такого не делали, но это может быть для каких-то, я не знаю, ну, только для каких-то судебных разбирательств. Более того, я вот сейчас ее, по-моему, аккуратненько сниму. И какой в ней толк, я не понимаю. Да, вот так вот, я не вижу в этом смысла. Я, блин, открыл, не повредив эти пломбы. Блин, зачем это вообще? Да, кстати, я предвкушаю, как я легко удалю эту проклейку, потому что это все-таки не то же самое, что родная. Это вот эта силиконовая, но держит она очень хорошо. Да, по канонам чинить ремонт, зачищая проклейку в любом случае, чтобы дальше не происходило, потому как при любом вскрытии этого аппарата проклейка обновляется. Так, есть, зачистил проклейку уже, да, вот эту новую. Ну, тут по-честному надо отдать должное мастерам предыдущим, что тут прям было зачищено до идеала, почему так и хорошо прильнула вот эта вот новая, да, вот эта новая свежая. Так, да, конечно, вот эти пломбы, блин, я сказал свое отношение к ним, и вот тут ее, даже если бы я до конца оторвал, повредилась бы сама вот эта вот родная вот эта теплоотводная штучка. Ну вот поэтому, да, я решил их так оставить, назад потом так соберу, чтобы так и было. Так, что делаем? Прежде подкидываем другой проверочный, да, экран, убеждаемся, что у нас аппарат, блин, живой, признак жизни подает, базовый функционал на заблокированном устройстве, и потом разбираем донора и ставим его на тело.
Ну и да, ребят, подошли еще к одному интересному моменту, что как сейчас вот это, блин, вот вроде бы, да, тоже вот оригинал, точно такой же снятый экран, но по ряду вот этих технических моментов, то, что у нас нет вот этого верхнего датчика и комплекса датчиков, то есть этот экранчик не приводится вот в текущем виде к этому отдельно взятому телефону. То есть тут такое есть некое, да, разделение, и, соответственно, вот оригинал сейчас такой, оригинал чистый, как это у нас называется, все варианты, пожалуйста, есть в описании. Этот, по естественным причинам, дешевле, он будет определяться в телефоне как неизвестная деталь, но полноценно работать и с Трутоном, и со всем-совсем прочим. Тут, да, конечно, каждый выбирает по своим целям, задачам, ну, блин, для личного спокойствия, либо, может быть, по полному незнанию, либо, знаете, как бы рассчитывают на дальнейшую продажу аппарата, тут у каждого есть свои причины и понимание вот этой данной отдельно взятой ситуации. Так, да, все, что бы то ни было, есть у нас еще копии, и там, блин, две разные копии на вот этот уже не флагманский аппарат, да, старенький бэушный. Все, пожалуйста, есть, welcome. Что-то прямо мне светит в глаз вот этот винт. Я не могу понять, блин, я не помню, чтобы был вот такой вот винт в телефонах от производителя. Прямо он какой-то цвета даже не такого. Так, ну ладно. Кстати, глянем в доноре, потом, какие они есть. Так, запускаем, проверяем. Да, еще раз, вот этот, если бы я поставил, у нас бы определялось по новым канонам и пониманиям 18 системы, как неизвестная деталь. А тот, который мы сделаем, будет прописан прям оригинал, все полностью. Так, мне нужен тайп-сиха, тайп-сиха. Так, да, что здесь у нас возможно и необходимо проверить? Базовый функционал, это работа сенсора. Саунд-тест. Так, также вызов на 112. Важно, чтобы пошел звонок. Ну, в принципе, мы видим, что сеть есть. Так, что-то нет никого. Да, есть окей. Ну и светит фонарь, это тоже такой немаловажный фактор. Так, отлично. Все, что необходимо, вырубаем. Да, сейчас наношу проклейку на это дело и разбираем донора. Так, в таком виде, в виде макета в сторону и занимаемся донором. Да, донор у нас натуральный титан, понятно, что в этих историях мы стараемся, да, пускать на разбор наиболее ликвидные вообще составляющие, а в дальнейшем, да, что может наибольше часто пригождаться, это задняя крышка, средняя часть, это корпус, ну и плата по мере, по задачам, по необходимости, пожалуйста, welcome у нас в магазине. Цена, конечно, не дешевая, но это нужно правильно понимать, это не деланная, естественно, оригинальная, полноценно функциональная, блин, материнская плата устройства. Так, мочим, пилим, открываем. Так, да, есть у нас скрытие-открытие. Понятно, что здесь в идеале. И одной из особенностей вот этого именно замены по новым технологиям, это то, что я не буду снимать здесь, переносить родной верхний шлейф, он будет именно установлен в том виде, в каком есть. Так, да, четко, все, делаем. Так, есть такие ребята. Все, наше вообще, собственно, донорское устройство в сторону, как раз-таки на те самые элементы, да, будущих нужд, задач, необходимостей. Здесь, ну, вообще, кому что на самом деле отлетит. Кому плата, кому батра, кому перед, кому середина. Да, вернее, кому зад, кому середка, вот это все. Так, в сторону. Зачищаю окантовку, и нам тут осталось вообще делов, блин, на 5 винтов. Так, контрольно включим, проверим, что у нас все окей по экрану. Включается. Так, все окей. Закрываем. Да, ребят, как никого и не было. Блин, ну вот я просто хотел с этими пломбами, да, не знаю, блин, показать, что... Ну это абсолютно вообще какая-то непонятная, ненужная штука. Ни для кого в конечном итоге. Ну вот так вот. Зачем, если ее можно, блин, вот так же просто без ущерба водрузить назад? Какой в ней вообще смысл? Так, ну тут нам неведомо. Мы просто делаем свое дело. Так, все четко у нас, отлично, по красоте. Не стыдно показать. Контрольный пшик и закрываем. Да, вот этот silent closing, вообще непривычный, прям нету вот этого привычного чпенкс. Это из-за вот этих вот как раз таки, ну как это сказать, силиконовых вот этих проставок, рамок по периметру самого экрана. Тут мягко, там мягко, все это мягко, тихо закрывается. Так, четенько прожимаем. О, да, многие спросят вообще, а как там влагостойкость, вот это все дело. Конечно, друзья, как мы обозначаем, что после любых, да, историй первичного там разбиения, обращения куда-либо, открытий, вскрытий там какого-то бы ни было, не стоит надеяться в принципе на изначальную влагостойкость и водонепроницаемость по нашим определениям. Как я всегда говорю, это влага и брызги. Окей, купаться нельзя. И это мы, в принципе, да, обозначаем, напоминая, да, людям об этом деле. Тут, конечно, это четко нужно понимать, что и новые телефоны, они бывают, что и промокают. И это, конечно, от этого никто не застрахован.
Те же самые индикаторы влажности как раз-таки самой компании помещены в устройство, чтобы, да, если телефон намок, хоть он и на гарантии, отказать в этой самой гарантии. Потому как вода — это не гарантийный случай. Нестабильная вообще среда. Так, винты на месте. Пациент готов? Ну и да, напоминаю, что пишите на самом деле, как вам съемка на 16 Pro Max. Не флагманское устройство, я был рад сделать и завизировать. И, как говорится, локально пока что. На этом все. Всем привет и всего. Ну и да, ребят, небольшое завершение истории. Пока до конца не сформирован у нас вот этот порядок завершения ремонта, то есть предпочитаю пока это делать совместно с клиентом, чтобы показать этот Apple Magic, ну и самому доподлинно точно все посмотреть. Хотя Apple дала нам возможность без запроса пароля завершать и природнять вот эти самые запчасти. И да, по этой самой истории, что выяснилось и почему да было вскрытие аппарата, не то про то, что я подумал изначально, дело было не в экране, аппарат приобретался новым в магазине, и впоследствии у девушки вышла из строя камера основная, и было, видимо, какое-то гарантийное обращение и обслуживание. Кстати говоря, тот самый винт мне не давал покоя. Да, а я забыл посмотреть. Так, ну и вот так вот, я думаю, что получилась у нас интересная и поучительная история. Будем продолжать вырабатывать вот эти протоколы действий в новых условиях.